Всем привет, с вами Metal Sonic. И после долгого отсутствия я решил записать, запилить, так сказать, прохождение Spider-Man 2 Enter Electro для приставки Sony PlayStation 1. Меня долго не было, дело в том, что у меня были дела, связанные, с уроками. Ну а сейчас я, в принципе, готов к записи. Ну и что ж, в принципе, давайте начнем. Играть я буду на нормале. Сразу говорю, игра на английском, потому что как я уже говорил при прохождении прошлой игры, русский перевод мне не очень нравится. Так что вот как-то так. Тут у нас кассеты заметно похорошели по сравнению с первой частью. Тут у нас Электро. Пытаюсь по возможности переводить от сцены. Что тут у нас? Какое-то таинственное устройство. В принципе, какой-то такой перевод. Так, Капитан Америка. Так, тут все понятно, в принципе, тут концовка прошлой игры. Ну и давайте начнем наше путешествие, так сказать. Добро пожаловать, истинные фанаты. Здесь Стэн Ли. И у нас тут рассказ о супергерое. Приготовьтесь для шокирующей истории. Приготовьтесь к шокирующей истории. Зверь. Здравствуй, мой паутинометатель. Я патрулировал город, и я расскажу тебе все, что важно. Спасибо за шоу. Расскажешь ли ты мне, что это такое? Это мой верный спайдер-компас. Он показывает мне путь. Я думаю, вы правы, сэр. Вот настолько умны. Так, в принципе, синхронно переводить как-то не очень мне получается, потому что текст меня перебивает. Ну ладно. У нас, в принципе, все как в предыдущей игре, так сказать. То есть мы начинаем с обучения. В принципе, тут учиться-то нечему, мы же с прошлой игры все помним. Тем более, что я эту вот игрушку 3 раза проходил. Так, давайте по-особому разберемся. Так, в принципе, я не буду такой хренью заниматься, я их сам замочу. Так, давай, чувак, иди сюда. Эй. Сразу скажу, вторая часть немножко сложнее первой. Так. И я не обещаю комиксы найти, потому что если в первой части я помню местоположение буквально всех комиксов, то тут не, тут я вообще нуб, так сказать, в поисках комиксов. Тем более, что они тут на разных уровнях сложности спрятаны. Это как в первой на одном тут положено их найти. А тут, так сказать, такой трюк, в принципе-то, не пройдет. Так, по-моему, вот где-то здесь комикс. Хотя я не совсем уверен. Так, по-моему, он... Так.
где-то вот на тех зданиях. Так, давайте посмотрим на модельку паука. В принципе, тут у нас графон таки подтянули по сравнению с первой частью. Что им мешало паутинки сделать в первой части? Я не знаю, если по сравнению PlayStation их тянет. Ну ладно, я в принципе не графа. В общем, я не гонюсь за графикой. Так, где-то здесь комик. Так, вот и он. У нас паук, по-моему, дальше летит, или мне кажется. Так. И мы можем теперь делать вот так. То есть спускать веб-болы, так сказать, эти паутинные шары в воздухе. И это, несомненно, радует. Так. Так, продолжить. Тут мы пока сохраниться, к сожалению, не можем. Так. О. Хм. Чего они хотят? Давай, Спайди. Он и уйдет далеко с этим жучком. Эй, паутинный рот! Короче, паучок у нас крупно вляпался в неприятности. Так. Так как бы этих... Так. Как этих придурков убрать? Твою дивизию. Так. Ну все, чувачки, не в этот раз. Так. Тут мы, кстати, вот нововведение, так сказать, мы за паучка носимся по улицам города. Так. Здесь вот надо быть поторопиться, так сказать, здесь надо так. Пока здание не взорвалось. Я надеюсь, не взорвется, черт. Что за управление? О боже, меня откинуло к огню. В общем, мы тут как бравый герой ходим по улицам и, так сказать, зачищаем от бандитов. Почему-то вот в этом моменте линии такие появляются, я не знаю. На экране, ну ладно. Так, я использую свой купол. Так, почему он убил не всех? Ну-ка, давайте. Так не пойдет, чувачки. Так. Господи, как я ненавижу этих дебилов, в общем. Так. Насколько, если мне память не изменяет, тут где-то надо машину потушить, тачку, так сказать. Так. Так, по-моему, это где-то вот неподалеку отсюда. Так. Мне кажется, улицы какие-то, ну, неживые, что ли. Могли бы тут жителей добавить. Хотя, думаю, первая пойка бы не потянула. Хотя, о чем я говорю? Она же такой графон тянула. Намного лучше этого. Так. Человек-паук 10, бандиты 0. 10-0 в пользу паука, короче. Короче, говорит, мне нужно залезть на крышу. Ну что ж, давайте... В принципе, и пойдем туда. Так. И сейчас нас ждет долгий, скучный и утомительный подъем по зданию. И черт возьми, как я ненавижу этот момент, серьезно. Так. Там у нас комикс. Так. Надо запомнить, что здесь у нас комикс. Серьезно, я его никогда не подбирал. Так. Так, у нас тут погружается крыша, так. О, еще со звуком. Right. У нас негр. И знаете, расизмом попахивает, серьезно, этих. Нам предлагают бить негров. Хотя, а чё, может я придираюсь? С таким криком чувак упал вниз. Даже комично немножко, ну ладно. Господи, как я ненавижу эти сраные, долбанные турели. Так.
Серьезно, насколько я помню, вообще дико лажал на этом моменте раньше. Под словом раньше я имел в виду года два назад на эмуляторе. Серьезно. В детстве вот у меня не было ни одной консоли. Наверное, из-за того, что денег тупо не было, ну не знаю. Если честно, я скажу так, я вообще до 5-6 лет в компьютерные игры не играл, серьезно. Я только вот, ну, смотрел, скажем так, со стороны, как моя сестра играет. Ну и в детстве как-то родители что-то как бы о моем зрении заботились. Ну и как-то не позволяли, в принципе, особо за компом сидеть. В принципе, довольно правильно было, потому что тупо сохранил зрение. Так, нам еще сколько, пару турелей осталось, по-моему. Черт, почему разработчики почитали хорошие идеи поставить сюда турели? Серьезно, это ж маразм какой-то, так. Так, давай. Эти чуваки похожи на пулю, серьезно. Если вы помните, в Спайдермене втором на ПК был. Так вот, если вы помните, во втором Спайдермене на ПК был этот злодей Пума, в общем-то, так. Что-то я не втыкаю вообще. Не в теме, куда мне лететь, так. В принципе, там, насколько я помню, дальше у нас склад. И почему-то первая часть запомнилась мне больше, чем вторая, серьезно. Во второй части я могу четко вот порядок уровней назвать, а здесь нет. Ну ладно. Давайте в сторону разговора, в принципе. Давайте уже на склад пойдем. Вот загадочная фигура. Хм, кто же это может быть? За тобой следят. Я знаю. Иди вперед. У меня есть план. В принципе, как паук тут спалился, потому что этот чувак в пальто знает, что он за ним следит. Это как в фильме, кто-то поставил ловушку, ну что же, прямо сейчас. It's a trap, короче говоря, так. Короче, пропустим тут еще, в принципе, эту... Знаю, что делать. Так. Нам, пожалуй, паутинные картриджи не помешают. Я, в принципе, тут за комиксами не гонюсь. Как я и говорил, я не помню местоположение. Так. Кстати, я сейчас довольно-таки жду Sonic Forces. Моя вот самая ожидаемая игра года. Немножко отойду от этой игры. Так вот. Sonic Forces, самая ожидаемая игра, так вот, я собираюсь, конечно же, я собираюсь по ней запилить прохождение. Потому что стримить еще рано. У меня еще канал не такой развитый, так, чтобы стримить. В этом году я еще покупал Sonic Mania. И, блин, Sonic Team довольно-таки заставили меня деньги потратить. Я сейчас не в теме. Кто сейчас игры про Соника делает? Соник Тим же? Ну ладно, в принципе, давайте перестанем о Сонике тут говорить. Паук здесь упомянул Галактуса, такая пасхалка, так. Ну и в принципе, вот эти игры на первой Сонике славились пасхалками. Именно про Человека-паука, так. Так, еще один тупица остался, так. А почему он не исчезает? Это странно. А, мы же его допрашивали. Ладно, Шаклз. Ладно, чувак.
Я тебе ничего не расскажу. Мы посмотрим. Знаешь, я никогда не никого не пытал. Ладно, ладно. Там что-то по поводу воздушного поля. Ну ты молодец. Смотри на себя. Бегись. Ахаха. Сдавайся, ползун. Я с тобой еще не наиграл. Шокер. Рад тоже тебя видеть. Ну молодец, потому что тебе это понравится. Так, сейчас будем драться с Германом, с этим германцем. Так. Я лучше не буду идти в открытую, потому что это рискованно, так сказать. Так. Чё-то как я его ненавижу, серьезно. Кого-кого, а Шокер в этой игре. Шокер в этой игре меня бесит дико. Так, мне надо паутинные карты же. Черт возьми, твою дись. Ах ты говнюк. Короче, тактики тут никакой, наверное. Так, буду идти на пролом. Раз уж он настаивает. Так. Чувак, как тебя валить? Так. Ладно, я сейчас тут, наверное, завалю миссию. Так. Хотя какую миссию? Это же не GTA. Так. Короче, тут он перекатывается, потом на секунду останавливается. Я понял тактику. Эй, чувак в желтом тыку. Так, да блин. Блин, паутина на самом деле нужна. Да блин. Дай мне тебя убить, господи, чувак. Так. Ну как убить? В смысле победить? Так, тут у нас все усложняется тем, что внизу нас, так сказать, подгоняют этим, этой шкалой. То, что скоро взорвется все тут. Так. Так, огонь скоро взорвет эти бочки, так. Так, тут не расслабляемся ни на секунду, так. Да ты, чувак, задолбал, знаешь, так. Ахахаха, так. Итак, моя тактика, никакой тактики. Так. Так. Пофиг на здоровье. Так. Пофиг на здоровье. Так, ладно. Это конец для тебя. Так. Как бы не для меня, а для тебя. Так. Сейчас окажется на последнем хп побежу. Так. Ну как побежду, в смысле. Я держу победу, парень. Так. Дерись как мужчина, так. А ничего так, что он тоже со способностями. Так. И тоже как бы нечестно. Человек-паук запался, короче, написано в газете. Ладно. Это пропустим. Так. Блин, то есть, Саян. О, надо же, мы ему... Да вы что, шутите? Я так ему быстро снес здоровье, так.
Ну уж нет, в этот раз я точно не просру. Так. Да. Так, встанем эпично. Крутые чуваки не смотрят на победу. Ну ладно. Я думаю, что это все на сегодня. Сегодня нет прогресса, Шокер. Эй. У нас прям боевик на экране происходит. Да. В общем, мы от того чувака узнали, от того бандита, то, что нам нужно идти в аэропорт. Ну, в принципе, так мы и сделаем. Так. Давайте сохранимся, я, в принципе, завершу уже эту часть, потому что уже позднее время, как бы, 0:15. Ну что же, сейчас всем пока. С вами был Metal Sonic. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам, конечно, понравилось данное видео. Делитесь с друзьями. Всем goodbye!